Самое большое спасибо за ваше поздравление в честь моего 25-летия. Живу я, милые, по-старому. То есть на моем фронте существенно ничего не произошло. Милая мамочка, ты спрашиваешь, какие у меня волосы? Волосы? Сначала показалось мало седых, но я их выдрал. Так что теперь нет много. Только морщины на лбу, и что делать, не знаю. Получаю письмо от... Она пишет, что у нее все в порядке. Посылаю вам свою фотокарточку. В феврале на скорую руку сделал. Милая мамочка, как твое здоровье? Ты обо мне меньше всего думай. Это будет лучше для тебя. Милая сестричка и племянничка. Вы же... Как вы живете? Как здоровье? Игорек, как тебе не стыдно? Ты мне не пишешь ничего. Ты не знаешь, как приятно сейчас почитать письма от родных. Снег почти везде растаял, и очень много валяется живых фрицев. Зимой их